Всем приветики! Мы приехали на хутор, на хутор близ Диканьки. Значит, смотреть домик. Написано на воротах продается. Что продается? Ничего как бы непонятного. Там какой-то дом вдалеке стоит, а тут сарайки. Ну, наверное, он и продается, да? Ну, заходить туда как? А вдруг собачка где-нибудь выскочит? А позвонить по этому телефону? Что-то такая старая, да? Ну, убрали бы, наверное, если продали. Я так думаю. Ну, тоже верно. Ну, звони. 8. Ой, машина едет, а у меня стоит прямо на дороге. Кто-то звонишь? Да звони. Ну, дома кто-то есть, раз машина, наверное, стоит, да? Кстати, я вот эту машину еще заметила, 174 номер. Я еще такая думаю, как наш регион был в Челябинской области. Я его сколько раз в Ильском видела. Да? Да. 982 80 91. Мне кажется, наверное, можно заходить. Можно, наверное, там открыто будет. Но здесь можно открыть. Только я не знаю как. А вот. О, вот. Никто не берет? Ну и что делать, если там собака где-нибудь? Алло. Где? Вон она. Где будка стоит? Вон она. А, ну да, будка есть. А собаки нет. Значит, где-то ходит. Что делать, идем? А, мы уже вернулись домой. Первая наша поездка ни к чему не привела. Ни нам не понравилось. Где-то не подошло в цене, где-то просто не понравилось. Вот, приехали домой. Уходи, дикушка. Потому что сейчас покормила Милену, нужно успевать в школу. У меня есть 20 минут. Я сейчас порежу куриное филе. Сегодня хочу приготовить куриное филе в сливках. Ну, там с макаронами или с рожками. Посмотрю, с чем. Вот, всегда. Ну, сейчас нюхаю. Я всегда это делаю. В магазине тоже все время открываю упаковку и всегда нюхаю. Я сначала сейчас порежу. А потом уже кусочки помою. А, вот. Куриное филе у меня называется. Первый раз взяла такое. А, так. Куриное царство. Вот, не знаю, что за филе. Ну, вот здесь вижу такие неприятные части. Не очень такие с всякими жилками. Да, вот с такой штукой. Не знаю, что за качество филе. Сейчас буду резать. Посмотрю. А, в общем, у нас есть еще два дома. Это здесь прямо у нас в Ильском. Есть такое поселение, которое называется Дербенское. А, вот, значит, оно у нас находится, ну, наверное, сколько километров от нас? Километров может быть... Ну, может быть, 4-5. Вот. Но факт то, что это уже находится в Ильском. Не где там в соседних хуторах или станицах, а прямо здесь у нас. Вот. Договорились, один дом продают риэлторы. Она должна позвонить маме в течение сегодняшнего дня. И до одних дозвонились, они продают. Это я сегодня сидела, выписывала объявление тоже утром. Они продают сами. Вот, это как бы, ну, их не дом, все, не риэлторы, ничего, продают сами. Вот, там сказали, 3 комнаты, кухня, газа нету. Вот, там вообще в этой Дербенке, почему еще дома недорогие, потому что туда только заводится газ, только обустраивается вот этот вот, как вот, ну, я не знаю, как его назвать, вроде бы он в Ильском, но как-то вот от Ильского он уже практически туда вглубь, к лесу, ну, там очень такие красивые места, там прям лес рядом, вот, но только туда заводится. И есть сейчас дома там уже, которые попали под газификацию. Есть дома, которые не попали. Которые попали под газификацию, они стоят уже гораздо дороже, соответственно, потому что они уже с коммуникациями. Которые без газа, они стоят дешевле. Вот, значит, вода во дворе, колодец. Пожалуйста, подключайте насос и пользуйтесь водой дома. Ставьте там душевую кабину, стиральную машинку, как бы, пожалуйста, все это можно сделать.
Вот, ну, мы, соответственно, смотрим по нашей цене, по которой нам подходит. Вот, дома сейчас мы торопимся, потому что нас предупредили и здесь риэлторы, что дома очень сильно подскочили в цене. И то, что сейчас еще весна. Весной дома продаются лучше, чем всегда. Весной всегда идет наценка на дома. Если зимой этот дом, допустим, стоял 1 000 000, весной он будет стоять 1,5. И весной его купят 100%. Вот, мы сейчас смотрим дома по нашей цене. Вот, и подбираем то, что как бы у нас есть. Будет он с газом, будет он без газа, роли не играет, потому что мы потом за эти деньги, которыми мы сейчас располагаем, мы не купим вообще ничего. Сейчас это уже очень сложно, ну, как же я, так как я уже сказала, что цены очень сильно возросли. И также нам риэлторы сказали, поторопитесь, потому что, ну, вы потом за эти деньги не купите даже землю пустую. Вот мы и торопимся, мы сегодня с мамой с утра быстренько, я с Миленой сделала уроки, и мы тут же поехали. У нас было несколько адресов. Ну и так еще просто проехали по поселку, посмотрели. Маме с первого взгляда поселок, вот этот вот хутор, он называется Карский, маме не понравился. Вот, ну я его не знаю, может быть, мы с какой-то стороны, с другой заехали, да, бывает всякое. Допустим, есть поселок, в одной стороне поселка хорошо, в другой поселок, в стороне поселка плохо. Может быть, здесь также, но то объявление, которое мы смотрели про дом, там было написано, что рядом садик, школа, магазины, где мы сегодня ездили, там не было ни садиков, ни школ, ни магазинов. Я не знаю, с какой стороны мы, короче, в него попали. Вот, ну, у мамы было первое впечатление, ей не понравился как бы этот хутор. Вот, так что сейчас я просто режу филе, готовить я сейчас не буду, я просто делаю так, чтобы мне потом приехать и быстренько сразу все можно было сготовить. Сейчас повезу Милену в школу, потом забираю маму и едем смотреть дом, который продают сами хозяева. Они сказали, дом жилой. Значит, за ним сейчас ухаживают квартиранты, живет в нем семья, дом состоит из 3 комнат, кухни, потом еще, как нам объяснили, что вроде там как бы есть, ну, как здесь на Кубани, это практически в каждом доме, который не новостройка, стоит основной дом, и на участке еще там домик, типа, как какая-то летняя кухонка. Мы уже приехали домой, значит, опять неудача. Не понравился нам дом, который мы ездили, смотрели. Не потому, что мы такие, знаете, деловущие и выбираем как бы за эту сумму что-то там хотим, как у королей. Конечно же, нет. Ну, просто, во-первых, сразу же хозяйка, не хозяйка, квартирантка, которая там проживает, она нас сразу же оттолкнула от этого дома. Ну, я маму уверяю, конечно, в том, что она там проживает долгое время, и рядом у нее участок пустой, там стоит вагончик. И, естественно, она с этого дома уходить никуда не хочет, потому что она там обжилась, она завела там кроликов, курей, значит, у нее там целое хозяйство, собаки, кошки, скотинка какая-то. А рядом у нее просто пустой участок, на котором стоит вагончик, и даже если этот дом сейчас покупается, ей приходится уходить на свою территорию, в свой вагончик, на соседний участок, куда она всю эту скотину поволокет. Там нету ни крыши, ни надворных построек, ничего. И она нас сразу с порога начала уверять, что это плохой дом, что значит, это мы смотрели, где Дербентская вот эта станица. Конечно, она от нас находится 8 километров, как бы, ну, не совсем близко. И, ну, как, там нормальная асфальтированная улица проходит, все, как бы там такой поселочек небольшой, ну, такой достаточно уютный, вот, но рядом, говорит, какая-то там пещера, горы, там что-то взрывают, постоянно все трясется, в общем, она такого наговорила, что там прямо чуть окна не выскакивают и не выпрыгивают, хотя здесь много людей, у кого живут родственники в Дербентской, и никто такого ничего не говорил.
Ну, как бы она уверяла в своем, что этот дом плохого качества, что здесь это всюду дуют, хотя мы туда зашли, там такая теплотень, просто там очень-очень тепло. Там три комнаты, одну комнату сделали комнатой, но она была как типа такой, знаете, как гардеробный, не гардеробный, но я в том плане, что маме предложила сразу же, что можно сделать там как бы санузел. Значит, она нас очень сильно отговаривает от этого дома, эта квартирантка. Вот, но с виду дом, конечно, не кажется такое, что в нем есть три комнаты. С виду он маленький. Вот, отделан он таким как светло-желтым сайдингом. Обычные окна стоят, ну, окна, конечно же, можно поставить и евро. Вот, конечно, там нужно, кухня мне там понравилась, такая она длинная, и два больших окна, кухня светлая. Ну, короче, то, что не понравилось нам, как бы сразу вот это отложилось, не знаю, насколько это правда, нет, то, что она говорит, но у меня сложилось впечатление, что, конечно же, она говорит неправду, так как ей вообще никаким образом сейчас в этот вагончик переезжать неохота. Якобы у нее там планируется строительство на этом участке, но пока нет ни строительства, даже фундамента. Вот, сейчас у мамы, значит, закончилась батарея, зарядника с собой не было, закончилась батарея, и ей должна тоже позвонить одна риэлтор. Там же дом в этой Дербенке какой-то, и еще один дом в Карском. Мама говорит, я бы лучше поехала в Карске, чем в Дербенку. Во-первых, ну, далеко, и, ну, ей не по душе пришлось, я как бы это увидела. Ну, не повезло, будем искать, конечно, но за такие деньги это очень сложно, очень сложно. Мы рассматриваем все, и будем сейчас рассматривать СНТ рядом с нами в предгорье, где мы до этого смотрели дачку, ну, которая нам, естественно, не по деньгам, но там очень уютно. Там рядом остановка, и все, и можно в центр приехать, все без проблем. Но это прямо здесь, как бы, ну, можно сказать, рядышком. Так, в общем, вот такой домик. Вот такой зелененький, с виноградником. Евроокошечки стоят. Вот, большие такие, достаточно светло будет внутри. Здесь тоже евроокошечко. А здесь обычное окошечко. Ну, сетки нету соседей. Мы вот так купили, у них не было. Вот по столбы где-то, это вот получается все вот у нас. Вот по столбику, да? Да. Вот. Ой, как хорошо, какой небольшой. Не сильно много, да? Да, и смотри, как хорошо, вот по столбике. А здесь это что такое за колодец? Там вода? Да. Дождевая или хорошая? Колодец. Ну, это вот как называется вот эти вот зеленые, да, вот эти накопители, да, вот, наверное, вот это, да. Для полива, да, вот это, ага. Скважина есть еще, но ей давно не пользуюсь, ее надо почистить. Скважины есть. Да, вот там. Ага. Так. А что за деревья, не скажете? Айва. Груша, яблоки, фундук, угу. Слива, персик. Это колодец, это вон тот с такой железной сверху штучкой, да? Вот колодец. Нет, вот вон там стоит у вас что-то. Это тоже колодец, но мы не знаем, вот не говорит, вот воды точно нету. Вода есть. А, вот, ага, ага. Так, мы уже приехали с мамой домой. Сейчас все вам расскажем. Все расскажем, все покажем. Нет, показывать мы уже ничего не сможем, потому что мы уже оттуда уехали. Ну, мы не снимали все там, да? Пускай остается сюрпризом. В общем, ну, ремонт, конечно, нужен, да? Ремонт нужен. Но зато нам по деньгам. Нам по деньгам, там все можно сделать. Самое главное, что там есть вода, там есть газ. Есть и газ, и печка, это да, очень хорошо. Да, и газ, и печка. Газ отключили, печку затопил. Конечно, это вообще... Да вообще здорово. Печка такая узенькая, как голландочка около стеночки стоит. Она греет и ту комнату, и ту комнату. Да, да. Так там трубы. Трубы? Ну.
И трубы даже, трубы, трубы газовые. Да, там трубы по всему этому, по всему это дому. Это газовые трубы. Ну, по ним и печка топится. Наверное. Ну, я думаю, да. А, ты думаешь, нет? Ну, не знаю. Вот, ну, в общем, две комнаты, кухонка, там, значит, в кухне отгорожено, унитазик, но его подключать надо. Его надо подключать, его надо воду подвести, вот что. Вода подведена. Вода, там надо сделать, короче, поставить надо его на дырку. Да, и развязку эту сделать, развязку с водой сделать, всё, да. Всё. В общем, там, конечно, недоделки есть, но домик хороший, участок хороший, в общем, в самом, можно сказать... В центре вот этого поселочка, прям в самом центре, на центральную улицу заехал, и вот он прямо домик, никуда не надо далеко, не ходить, не ездить, ничего. Вот. Так что сегодня мы маленечко цену сбили, потому что если бы мы не сбили, нам бы было не по деньгам. Как бы сейчас даже везде, в общем, подорожало все жилье, в любых поселках, в ИЖС, в СНТ, везде все подорожало, все очень дорого. Вот. Но мы с ними договорились, что она сейчас должна позвонить. Приветики! Вечером она сказала, что они с мужем посоветуются до конца уже. Ну и мы сказали, это, что да, мы тоже что посоветуемся. Что мужчин своих тоже подготовим, да, что там да. Надо сделать. И они сказали, что раз они просили так одну сумму, мы сбили их маленечко, бросим другую сумму. И вот они хотят, говорят, мы сейчас придем домой посоветуемся и вечером перезвоним. Но они так-то согласны, это же было видно. Да. Мы просто сказали, что нам надо посоветоваться, все-таки там много недоделок, да. Там нужен ремонт и все. И, в общем... Они согласны, да, они что там очень много надо делать. Да. Такой вот так вот. Но это можно, нам главное в комнатках там сделать такой косметический ремонт. Ну, на кухне. И на кухне. На кухне там ровный, выровняли пол, там стяжка. Вот. Линолеум. Линолеум, да, линолеум, там ламинат, ковер, ковролин, без, в общем, на любой вкус, что да, хочешь. Что хочешь. Пол ровный, не гнилой, ничего, там стяжечка. Нет, ровненькая всё. Стяжка, да. Но я имею в виду, что завтра все-таки, завтра мне еще утром позвонит еще одна женщина. Мы с ним, вот если они сегодня позвонят, что они согласны, мы с ними завтра, на завтра будем договариваться. А задатки, чтобы а задатки, сняли объявление. Чтобы сняли объявление, да. И пойдем там помаленечку. Там, мне кажется, дня 2-3 мы все сделаем. Угу. Там лишь бы были деньги. Вот как да, я хочу конечно. Сказать. Были бы деньги. Ну, будем можно опять сделать. Же отталкиваться от средств. Да, да. Вот. И завтра все-таки с утра я съезжу еще в Карский. Да. На там всякий тоже. Случай душу успокоить. Потому что я домик видела вроде снаружи он хороший домик, но там домик, там не дачный участок, а там домик. Это СНТ, вот то, что мы сегодня рассматривали, это СНТ. Да. Да. А там ИЖС. А там, да, а там домик. Вот если мне вдруг понравилось, это вот тоже здесь, отсюда вот 5 километров. Это-то здесь. Здесь прям рядом от нас, куда да. Я бегала, на пробежку ну, ходила, да. В общем, минут... в ту сторону. Да, 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 дочь, да, да. А туда километров 5 до этого, да? До Карского. До Карского. Ну вот завтра все-таки я съезжу туда, чтобы душа моя успокоилась, чтобы потом я говорила, а вдруг там лучше? Ну, конечно, лучше. Да. И там цена там тоже меня устраивает. Цена такая же, как этот. Да, подходит цена. И, в общем, два варианта. Я думаю, что я выберу один. Ну, главное, чтобы сегодня они согласились. Главное, чтобы они согласились на ту сумму, да, которую мы сбили. Да, сказали. Мы сбили им. Ну, вроде они как бы согласны. Объявление у них месяц на но Авито. Я им сказала, говорю, нам дом предлагают за такую цену. А на дом, мы говорим, да, в Карском. Так это же недалеко. Я говорю, вот недалеко дом за такую цену. Поэтому мы просим у вас и дачку сбить на такую цену. Ну, вроде они поняли. Да, там такой поселок, в котором живут каждый второй дом практически. Там газ. Там газ, свет, вода, там все есть, да. Там полностью поселок газифицированный. Если дом не подведен, вода, у всех колодцы, да, скважины. Кидаешь этот насос, да, и подвоешь, все. И все, вода в доме. Ну, газ есть, это уже немаловажно. Газ есть, да. Это для меня вообще вот да. Как. Печку захочу протопить, захочу не протопить. Захотела газ включила, захотела да. Печку затопила. Да. Да. Ну и все, сейчас ждем вечера, завтра вот уже ждем, сидим. Завтра съездим, посмотрим еще и там уже будем решать. Если они скажут да, завтра поедем, заберем у них ключи, отдадим им задаток и пусть снимают с этого и будем потихоньку делать. И потихонечку будем делать. А там потихонечку не умеем. Если мы с Настей беремся, да. Мы в один миг стараемся все сделать. Все сделать, да. Поэтому у нас не получается потихонечку. Да.